Ну что, девочки, всем привет! Мы с вами сегодня в нашем с вами любимом магазине, в котором я всегда нахожу свои самые лучшие, самые интересные, самые красивые украшения. Некоторые из них уже висят здесь несколько недель, поэтому вы уже их знаете. Ну вот, давайте начнем с такой с прекраснейшей броши. Давайте посмотрим, что все камушки на месте. И проверим, что у нее с обратной стороны. Это компания 1928. Вот такой орнамент сзади, на обратной стороне броши. И стоит она $3. Я считаю, что вполне себе хорошая находка. Кладу ее к себе в тележку. Здесь у нас какой-то кулон висит. За тоже $3. Это, безусловно, не камень, но похоже, что это стекло. Что-то здесь происходит. Так, посмотрим, положим в тележку, там разберемся. Что-то я еще мне тут бросилось прямо в глаза, когда я только подошла. $5 браслет. Посмотрим, есть ли маркировка. Браслет очень красивый, кстати. За стеклом сегодня ничего особо нету. Маркировки нет на браслете, но посмотрите, он такой красивый. Я еще его примерю. Если он мне не велик слишком, то подумаем над ним. И тут же рядышком еще один висит красивый браслет за $5 тоже. И ищем застежку и смотрим. И это кора. Отлично. Было бы классно найти к нему комплект, но мне кажется, что у меня что-то есть похожее дома. Так, смотрите, какая интересная брошь со звездочками за $5. Мне кажется, она очень даже винтажная. Крючок здесь, смотрите, какая длинная игла. Очень интересная, необычная и симпатичная. Тоже кладем в тележку. Здесь мне еще скинулся в глаза вот такой браслет за $4. Он вообще-то довольно большой, но посмотрим. Интересно, из чего это сделано. Давайте искать застежку. Вот, застежка обычная и со сходом покрытия. Жаль. Маркировок вроде бы никаких нету. Так, я его положу в тележку, там мы разберемся. Он не в очень хорошем состоянии, что меня немножко огорчает. Смотрите, какие клипсы красивые за $4. С такой интересной застежкой, по-моему, это какого-то бренда. Точно не помню. Ну, посмотрим, разберемся. Так, есть вот такое яблочко. Симпатичное за $3. И я стараюсь лучше, ну, как бы, лучше снимать, но мне не очень хорошо это получается. Уж простите меня. По-моему, тоже нет маркировок, но вы знаете, я его тоже положу в тележку. Очень милая, а там эмалевая такая яблочко, а там разберемся. Так, видео уже, по-моему, интересное. Вот такая брошь. За $4. Мне кажется, что она современная. Давайте посмотрим ее сзади. Нет, вы знаете, здесь заклепки. Застежка. Посмотрю поближе, но брошь красивая. Ой, нет, у нее потери. Потери, жаль, и поэтому она возвращается назад. Так, вот такие серьги за $3. Но мне кажется, что у них нету никаких маркировок. Нет, маркировок, они красивые, но, скорее всего, современные. Так, брошь-листик за $2. Не знаю. Положу в тележку, там решим. Так, что здесь еще у нас? Ну, это серьги современные, пластиковые. Здесь много жемчугов,
Это пластик. Хотя застежечка, видите, винтажная. Маркировок нету. И это все пластик, даже не стекло. Так, вот это что-то у нас интересное. Такое. Похоже на кость. Это уже давно здесь штука висит. Так. Внизу тоже жемчуга. Вот это жемчуга. Похоже на... За сколько? 4 доллара. Вот это похоже стекло. Во всяком случае, на ощупь, по звуку. И решим. Да, мы решим. Вот здесь какие-то бусы. Просто длинные бусы. Аврора Бореалис. Бусины и... Тоже стеклянные бусины. Здесь бусины из осколков. Бусы из осколков 5 долларов. Из осколков разных всяких камушков. Вот. Потом вот это под что-то. Так. Ну, в общем, мы в самом начале с вами, девушки. Но, по-моему, уже у нас неплохой улов. То вот это ничего. Что вот это? Сережки. Ничего. Интересный браслет. И вот очень красивый кулон. Смотрите, какой красивый. Никаких маркировок нету. Стоит 4 доллара. Ну, не знаю. Я уже как-то более селективно подхожу, потому что я не могу все абсолютно купить. Вот такая штука интересная. Наверное, современная. Может быть и нет. Красивая цепочка. И вот такая вот застежка-крючок. Вот такое украшение. Красивая, современная, без маркировок. Так, здесь всякие что-то у нас разные. Бусы с какой-то. Это что-то самодельное. Браслеты. Брошь сердца. Кулон солнышко. Много чего, что было в прошлый раз. Вот такие клипсы наборные. Старенькие, видите, задник какой. Вот клипсы, серьги из камня за 5 долларов. Не знаю, нет, что-то мне никак. Красивое такое, красивое колье. Еще колье, тоненькая цепь. У нас сегодня везет, везет на браслеты. Я смотрю, много интересных браслетов. Такой тоже интересный. Так, вот такой. Нет, это не интересно. Вот такой браслет, цепочка. Красивый. Что еще у нас? Брошь-цветок. Ох, как я люблю эти. У меня уже целая коллекция их. Это, конечно, броши винтажные, где-то из 70-х, 60-х. Эмалевые броши, металлические броши, эмалевые цветы. Я их очень люблю. Вот что-то красивое. Ну-ка, давайте посмотрим, что это у нас здесь. 5 долларов. Я не знаю, что это такое, но это что-то... Маркировки нету, но... Красивые бусы. Похоже, что это не камни, а пластик. Но красивые. Давайте, сколько они стоят? 5 долларов. Давайте возьмем и разберемся с ними. Так. Смотрите, какая брошь интересная. За 5 долларов. Красивая.
маркировок на первый взгляд я не вижу. Еще что-то я видела интересное. Брошь. Вот такая. Тоже за $5. Скорее всего, что маркировок нету, но брошь явно интересная и винтажная. Ой, что-то здесь сегодня у нас будет опять, черт возьми, у нас опять будет хороший улов. Вот очень красивая брошь за $6. Почему они ее так оценили? Возможно, потому что она маркирована. Нет, она не маркирована, но мы ее положим в тележку, а там разберемся. Интересные серьги за $2 с маркировкой, наверное, Avon. Да, Avon. Ой, красивые сережки, интересные, за $2 вполне. Посмотрите, какой интересный. Это West Germany. Это зажим для платка за $5. Я их не очень ношу, но маркированный возьму, посмотрим. Там разберемся. Так. Вот интересный кулончик ананас. Это, кстати, нет. Интересные серьги тоже красивые. Что-то здесь написано на них. Нет, ничего не написано. Просто красивые серьги. И здесь, вы знаете, вот какие-то я вижу, мне кажется, что они винтажные. Судя по застежке, вот такие вот жемчужинки. Ну, маркировок нету, но я возьму в тележку за $4. Вот так вот оно висит, крепится на ухе, такая вот клипса. Такой вот палочкой жемчужинкой. Очень симпатичные. Что-то я еще здесь видела, мне что-то бросилось в глаза. Вот интересные здесь клипсы. Или это не клипсы, это серьги. Наверное, из 80-х. Вот интересные клипсы. Беру то, что мне не нужно. Потеряна жемчужина. Я их в прошлый раз смотрела, и тогда уже она была потеряна. Красивая брошь. $6, скорее всего, современная. Не знаю. Но красивая. Да, современная брошь. Хотя очень красивый вот этот камень. Потом посмотрим. Так, вот это интересное колье. Смотрите, какое интересное колье. Скорее всего, из 80-х. Маркировок нет на нем никаких. Даже не знаю, почем оно. $8. Под что-то, под какой-то известный бренд. Давайте хорошо посмотрим, а то вы знаете меня, я обычно люблю пропускать маркировки, находить их, когда я снимаю для вас видео. Но в этот раз нет. Кулон. Что-то написано на нем? Нет, ничего. Так, эту брошь мы видели в прошлый раз, у нее потерян камушек. Ой, блин, сейчас я все подниму. Минуточку, у меня тут все упало. Пока вешала упавший клипс, увидела вот такой брошь за $4. Тоже листик с черными камушками. И есть какая-то маркировка, по-моему. Нет, нет маркировки. Но положим в тележку, там разберемся. Иголка какая-то у нее. Так, вот еще интересная брошечка с мелкими жемчужинами, брошь Планка, и вот это за $99. Нет, не
думаю, что это что-то интересное и ценное. Так, что-то у меня здесь, вот еще одна, смотрите, но в этой потеряны жемчужинки, поэтому мы ее брать не будем. Так, что-то я видела еще интересные клипсы, вот такие. Правда же? Иксум. Ну, они без, судя по всему, без маркировок. Мы их пока оставим. Много сегодня клипс таких, знаете, вот наводящих на мысли о винтаже. Кулон. Вот клипсы интересные. Или это серьги, не знаю. Так, мы с вами не смотрим вниз. Я что-то... Вот интересное колье, но оно... Замочек только, скорее всего, современное. Почем оно? По 7 долларов. Ведь они высоко оценили, тоже думаю, что это что-то ценное. И я в него вцепилась. Это Гес. Вот какой интересный браслет, красивый. To my camera. No. Красивый браслет. Девочка спросила, с кем я разговариваю. Я сказала, с моей камерой. Он удивился. Подумал, что я больна на голову. Есть немножко. Есть немножко, вот смотрите, какая красота. Какой красивый большой браслет. Что-то у меня упало. Меня, я всегда все подбираю. Многие люди здесь бросают все. На пол, что упало, 6 долларов. Смотрите, страховочная цепочка. Вот такая застежка. Браслет явно непростой. Но маркировок я на нем никаких не вижу. Просто потому, что страховочную цепочку не вешают на какие-то дешевые браслеты. Смотрите, какой интересный. Большой такой, массивный. Ой, девочки, чувствую, я сегодня мы снова потратимся. Так, ну здесь много того, что было в прошлый раз. Вот это мы с вами видели. Вот какие, смотрите, интересные клипсы. Так, мы закончили с вами. Мне зазвонил телефон, я должна была ответить. Прервалась. Вот такие интересные клипсы, но на них нету никакой маркировки, поэтому я думаю, что в них нету ничего особенного. Хотя они, конечно, интересные. Пока я разговаривала по телефону, я нашла вот такой браслет. На нем что-то есть. Ой, расстегнулся, упал. Вот уж я, молодец. Надо будет проверить, чтобы у него была хорошая застежка. Я не пойму, не то есть маркировка что-то или нету. Но мне кажется, что я похожее находила колье. По-моему, здесь же. Не помню, 4 доллара. Положим в тележку, там решим. Так, ну пока я говорила по телефону, девочки, я много чего пересмотрела. И на самом деле, по-моему, больше ничего интересного здесь нету. По-моему, вот смотрите, какой кулон с красивым каким кристаллом. По-моему, все самое интересное мы с вами уже пересмотрели. Возможно, я что-то пропустила. Возможно, я что-то потом найду, когда я пройдусь без съемки. Красивые бусинки какие, правда? Ну, ничего особенного. Будоражит меня вот эта штука, но я не понимаю, в чем ее. Что-то она мне напоминает, но не могу понять, что. Вы мне, конечно, напишите, но будет уже поздно. Вот, смотрите, из серии вот этих вот кольешек. Ну, давайте искать. Шерман, не Шерман. Я уже сейчас так внимательно смотрю. После того Шермана. Скорее всего, конечно, не Шерман. Застежечка тоже современная. Скорее всего, она современная. Так.
Пойдемте здесь по низу пройдемся. Мы с вами тут не ковырялись. Ну, по-моему, ничего особенного нету. Сейчас мы с вами пойдем в чашки. Вот смотрите, какое интересное украшение. Безусловно, современное, но такое прям стилеобразующее. Стиль Боха. Трудно его развернуть. Ну, в общем, вы поняли. Здесь же под ним кулон. Кулон. Сердечко симпатичное. Но безымянное сердце. Безымянное сердце. Так. Все, похоже, что мы с вами все посмотрели. И сейчас пойдем в чашки, посуду. Ну, я сначала еще пройдусь еще раз без камеры, чтобы вы увидели, что во мне. Кстати, это настоящие камни. Холодные. Красивый, кстати, браслет. На лето. Сейчас я его на себя протяну. Смотрите, какой классный. За $4. Просто классный. Что это такое? Интересно. Мне он просто нравится, как не винтаж, не на продажу. На продажу я вообще ничего не продаю, на самом деле. Просто как вот носить мне. Так, что-то мне тут еще мелькнуло. Но похоже, что... Все, выключаюсь. Так, что у нас в чашечках новенького? Ну, это какая-то юбилейная. Вот такие интересные. Посмотрите, их целых 4 штуки. Легенькие. Royal Albert. Видите, каждая стоит $10. Очень красивые. 4 штуки. Что-то я еще видела из новых. Подождите, вот это вот мне было интересно. Красивая чашечка, но это современная Maxwell. Maxwell Williams с блюдцем, она стоит $8, потому что она не винтажная. С чашками что-то у нас как-то плохо. Вот это мы вам с вами уже видели. Вот это из новых, но у меня что-то есть похожее, по-моему, такое не было. Ну вот из новых, пожалуй, вот эти вот только. Вот это интересно. По-моему, такой не было у нас. English Blonde China сделан в Англии. Фолой. Вот такое блюдце. И вот такая вот чашечка с рисунком внутри. Симпатичная, интересная. Так, ну это мы видели с вами. Так, что-то в чашке у нас как-то особо не обновляются. Вот это может быть новенькое. По-моему, такой не было у нас. Что здесь написано? Тоже Англия. По-моему, написано, что Англия. Ну, ничего особенного. Ну вот, пожалуй, все. Пожалуй, с чашками у нас больше ничего интересного не наблюдается. Вот это, по-моему, новая чашка. Оксфордский фарфор из Англии. Ничего, такая симпатичная. Вот это неплохая. Тоже сделана в Англии, но я думаю, что она более такая современная, судя по штампу. Смотрите, какой интересный чайник за $10. Красивый. Правда? Просто очень красивый, но это что-то... не знаю, что-то современное, судя по всему. Но он очень симпатичный. Так, здесь целый прям сервиз огромный. И здесь сервиз. Ну, такой. Ну что, девочки, по итогам я хочу сказать, что у нас был неплохой улов, есть, но ничего особенного. Практически у нас не было маркированных изделий. У нас были симпатичные, красивые вещи. Но я еще тут переберу. Я, конечно, не все буду покупать.
Есть вещи, которые я точно совершенно куплю. Вот такие броши я никогда не пропускаю. Вот такой вот браслет, который явно винтажный, я тоже, скорее всего, возьму. Вот этот браслет интересный. Ну, в общем, короче, все я вам потом покажу в отдельном видео. А на сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай. Люблю, целую. Пока. Всем привет из Канады.